Всем привет! Сегодня мы будем делать субтитры для ваших видео на YouTube. Для этого мы будем использовать абсолютно бесплатную легальную программу. Скачать вы ее можете по ссылочке, которая находится в описании. Никаких майлов, Яндекс.Браузеров, вирусов. Зубдаю. Да. На самом YouTube можно создавать субтитры. Но иногда хочется, чтобы все было готово. Например, если хочется сделать отложенную публикацию. Все абсолютно просто. Не буду долго вас мурыжить. Переходим к технической части. Все, что вам понадобится, это программа Agis. Покажу исключительно базовые приемы, которые вам понадобятся, чтобы не тратить ваше время. Вы просто берете видео из папки и перетягиваете ее в прогу. Та-дам! Для примера я взял мультфильм со своего канала. Итак, начнем. Здесь вы видите видео. С правой стороны вы пишете текст. Метки текста отображаются внизу. Здесь есть шкала, которую вы можете перетаскивать и слушать, где, как, кто, что говорит. Мой папа настоящий мужик. Я вижу, что с начала ролика Ксюша говорит: «Мой папа настоящий мужик». Перетягиваем эту штучку в начало ролика и пишем здесь текст. Мой папа настоящий мужик. Та-дам! Вот мы написали фразу. Теперь мы устанавливаем конец этого блока, где текст закончится. Мой папа настоящий мужик. Для этого мы нажимаем вот эту кнопку. Установка конца выделенных субтитров. Все. 23 февраля. Здесь уже текста нет. Чтобы добавить новый блок, мы кликаем правой кнопкой мыши вот здесь. Такой вот важный момент. Здесь нас интересует вставить после или вставить по времени видео после. Если текст идет сплошняком, выбираем вставить после. И здесь наш второй блок ставится ровно после первого блока. Слушаем, что там говорят. 23 февраля – его праздник. 23 февраля – его праздник. И ставим отметочку конца. Вуаля! Вы всегда можете изменить настройки начала и конца выбранного блока, кликая мышкой вот здесь. И вот этими вот кнопками. Вы кликаете на блок и пользуйтесь ползунком. Слушайте, кто как говорит, и выбирайте время. Если ваш текст идет не сплошняком, тогда вы передвигаете шкалу в то место, где вам нужно вставить текст. Положение. Веники. Мести листву. Вот добавим мести листву. Листву. Мести листву. Нажимаем правой кнопкой мыши и «Вставить по времени видео после». Пишем наш текст. Мести листву. И нажимаем кнопочку конца блока. Что еще вам нужно знать? Если ваши блоки загораются красным цветом, значит где-то ошибка. То есть блок заходит на другой блок. И все, что нужно сделать, просто поменять начало блока или конец блока вот этими кнопками. Второй момент – сохранение субтитров именно для YouTube. Для этого нажимаем «Файл» и «Экспорт субтитров». Здесь ничего не трогаем, нажимаем «Экспорт» и выбираем формат SRT. Еще очень важный момент, когда сохраняете субтитры, пишите их на английском языке. Я обычно пишу либо рус, либо энг, потому что YouTube не воспринимает русский язык, когда вы добавляете субтитры на него. Все, этот файл сохранился, при желании вы его можете редактировать. Остальное уже дело техники. В панели управления видео или когда добавляете видео, нажимаете субтитры и загрузить файл. С временными кодами. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас. С вами был Подтекст, пока!